Мне было 15 лет, я хотел просто заняться спортом. На то время мне приглянулся тайский бокс, но пришел я домой, и отчим мне говорит: давай я тебе заведу в клуб «Гермес». Я когда-то там занимался, и многие его ребята, там друзья тоже занимались, они вместе ездили. Я пришел сюда первый раз со своим другом, мы с ним жили на одной лестничной площадке. На то время мне не хватало, наверное, дисциплины, и когда я увидел тренера, я понял, что этот человек мне даст эту дисциплину, и мне понравилось, я решил остаться. И почему-то я понимал, что мне нужен именно этот зал, потому что на то время, 15 лет, как раз такой попался возраст, когда я уже думал, что я взрослый и все знаю, все понимаю, но что я мог понимать в 15 лет? Ярослав один из тех парней, которых он, ну он, знаете, есть такое понимание слышать, слушать и слушаться. В нем появилась дисциплина, и я, честно говоря, помню даже, был такой момент, когда я всем говорил: вот возьмите себе за правило, у каждого парня или у каждого человека должны быть какие-то свои достижения. Там, у каждого из вас должен быть какой-то свой жизненный рекорд. Вот, его можно сделать один раз, но его надо желательно сделать. Вот, и вот я им сказал: вот возьмите за правило, вот в течение года, вот сегодня там, грубо говоря, сегодня там 10 декабря, вот до 10 декабря следующего года не пропустите ни одной тренировки. И вот Ярослав так и сделал. А когда человек тренируется, то успех неизбежен. Вот, и тут по-другому никак. Раньше мы выступали в ринге. Но потом, когда появились октагоны, то надо уже была другая техника, а работа возле стенки. Возле стенки, в октагоне и все. Это уже другая стенка. У нас стены были не, ну, не приспособлены, они были фанерой. Вот, и, ну, не ломалось, но и неудобно было. Ребята бились, травмировались, все остальное. И я понимал, что надо реконструкцию зала делать полностью, все остальное. Так как еще зал не сильно большой, а занимается около 300 человек, и просто не хватает ни места, ничего. Поэтому и мешки мы сделали, вот хорошо ребята придумали, что мы потолку их поднимаем, убираем. Ну и самое главное, освежили зал, уже давно не делали ремонт, безусловно. В зал попал я в 15 лет, и это 12-13 лет назад. Впервые я зашел сюда, здесь еще совсем было по-другому, и я застал здесь, наверное, раза два или три меняли ковер. А сейчас здесь изменилось все, появилась стена, и это хорошо. Вот, имеется в виду, что мягкая стена – это в первую очередь идет развитие в направлении ММА, потому что сейчас большая работа делается под стеной, много делают разбаривания каких-то, прижимания к стене, сбивания, вставания. И, к примеру, Америка в этом плане, она, наверное, первая начала это делать. И люди себя комфортно чувствуют под стеной в бою. И здесь стало больше места, здесь появилось больше мешки теперь есть, и они опускаются, поднимаются. Это круто, потому что, когда нужно поработать на мешках, они отпустились, все поработали, их подняли, и стало больше места, потому что здесь бывает так много людей, что если скажут отжаться, к примеру, не будет места, где упасть и поджиматься. Это круто, что в зале, зал теперь более располагает к тому, чтобы развиваться в направлении ММА, но так как, поскольку в этом зале не только тренируются бойцы, которые выступают по профессионалам по ММА, здесь еще есть много бойцов, которые выступают по боевому самбо. В принципе, наверное, изначально это был зал, где люди готовились на боевой самбо, и я как бы тоже дрался по боевому самбо. И это одно другому не мешает, оно, наоборот, полезно. И в этом зале теперь развитие стало лучше. Ребята, приходите, занимайтесь. Спорт никогда не будет лишним, он только поможет вам в вашей жизни.